Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Місто з історією. Сьогодні будемо говорити про цікаві та маловідомі факти про архітектуру Дніпра. А допоможе нам у цьому наш сьогоднішній спікер. Я рада вітати в нашому прес-центрі «Рієлтор з історією» Денис Трегуб. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь, як ви дізнаєтесь про історію та ось ці маловідомі та цікаві факти архітектури нашого міста? Будь ласка, розкажіть. Спасибо. В первую очередь, конечно, хотел бы поблагодарить за приглашение. Очень рад здесь присутствовать. Меня зовут Денис Трегуб, брокер с историей, агентство недвижимости «Магистр». Собственно, почему как бы начал именно такое ответвление, да, как бы история? Так как изначально хотел помочь своим клиентам не только приобрести недвижимость, да, решить как бы данный вопрос, а дать чуть более расширенную информацию за наши дома, за историю тех, кто живут, какие-то определенные моменты интересные, так как это является, скажем так, очень интересно покупателям нашим. И у нас очень много историй, которых не знаем, и еще, скажем так, не нашли, но я не историк, конечно, да, у нас есть определенные люди, которые этим занимаются, и в ближайшие десятилетия, уверен, еще найдут много интересного, того, чего еще у нас, ну, мы не знаем еще пока в данный момент. А яким саме чином ви знаходите ці історії? Де ви їх шукаєте? Де ось ці факти зберігаються? І як ви до них доходите? Спасибо за вопрос. Да. Ну, собственно, здесь это большой ассортимент. В первую очередь, это общение непосредственно с жильцами, которые могут рассказать историю. Иногда они могут больше рассказать, чем знают историки, прожив в этом доме всю жизнь. Также это и сами историки наши местные, которые ведут книги. Собственно, книги, которые можно приобрести, но, скажем, наверное, пока, к сожалению, они в малом тираже, и достать нелегко их. То есть это все общение, также это архитекторы нашего города, которые также, скажем, дают информацию полезную, особенно есть какие-то особенности в постройке, либо какие-то интересные проекты, которые будут сейчас в ближайшее время построены и уже построены. Ну, розкажіть, будь ласка, ці історії, розкажіть нам за цікаві факти про архітектуру нашого міста, про наші будівлі, тому що ми дійсно так от ходимо і навіть не замислюємося, як це було побудовано, яка історія у того чи іншого будинку, тому це дуже цікаво. Да, ну, у нас много, можна, наверное, много днів на це общатися. А я думаю, многим известно будет, это один из известных домов, может, тут еще не знает о нем, это деревянный дом, у нас единственный в Дніпрі. Их на момент постройки, еще на когда основание города нашего было около 800 домов. Сейчас, к сожалению, остался всего лишь один дом. Он находится у нас на бывшей улице Рогалева, 5. Там люди живут, то есть он как бы вполне обитаемый дом. И к радости в этом году уже у нас есть определенная сумма городу выделена на реконструкцию этого дома. То есть, скажем, он получил призвание свое, скажем, потому что весь деревянный дом, как бы есть определенный риск, опасность, да, чтобы ничего не произошло, все же, как бы уже сколько построен, больше 150 лет ему, скажем так, уже дом. Ну, это один из домов. У нас очень обширно, ну, не во всех городах есть такие дома, как у нас, такого класса, как Екатерининки, естественно, да. Они разного плана есть. Есть яркие примеры таких екатерининок. Они у нас находятся и на проспекте Карла Маркса, и мы можем идти с вами на Комсомольскую. Это, наверное, одна из самых таких будет известных улиц, где еще осталось очень много домов тех ранних построек. Буквально вот рядом с нами это улица Серова, 15, сейчас Андрея Фабры, дом с беседкой, где жили разные писатели, то есть останавливаются в свое время известные личности. Очень такой интересный. И это такая наша, скажем, ну, нашего города изюминка, дома с башнями, с беседками. Не везде они остались. Мы, собственно, как бы обращались к аллеям там, с Одессы, с Киева. У них уже практически их нету. У нас, к счастью, есть на что любоваться. У нас около 7 домов еще осталось. Один из таких домов – это у нас медицинский институт. Тоже есть беседка. Самая большая в городе беседка. Такая интересная очень.
С нее классный, очень потрясающий вид открывается. Собственно, есть еще интересный такой факт. Я думаю, многие знают нашу улицу Гоголя. Очень такая хорошая, интересная улица. Там есть Сталинка, Гоголя 1. Ну, возможно, там для кого-то будет более понятно. Это такая с кирпича, белого кирпича, Сталинка, шестиэтажная такая секция. Там жил писатель, не так, может, известный, Злата фамилия. Я, собственно, узнал об этом, когда продавал квартиру его соседей сверху. Так как бы информации нигде не было, дом как бы у нас очень востребованный по месту, там хотят многие жить. Но так такой особо какой-то истории там нету. А вот узнал, что там жил писатель, буквально на этаж ниже. Клиентам очень понравилось, конечно, интересно такое узнать было. От ви говорите за те, що є така у нас родзинка, і ця родзинка відрізняє архітектуру Дніпра від інших міст. А от які ще можна такі, от ви, можливо, примітили собі особливості нашої архітектури, яка от відрізняє від архітектури з усієї України? У нас ще так же само є, як дома з бесідками, у нас є дома з часами. І многі не обращають на це увагу. Но если присмотреться, опять же, наша улица Комсомольская, Староказацкая, номер 33, дом, он такой фиолетовый. Многие, думаю, могли обращать на него внимание, но не обращают, что там есть часы. И за него как бы мало истории. Есть такой легенда, больше, наверное, как в то время данными владельцами этих домов были... По-современному назвать это инвесторы, купцы раньше. У нас город очень был привлекателен раньше, не только как промышленный, как сейчас, да, а приезжали купцы из других стран, у нас немецкие застройщики, скажем так, по-своему, много. И им очень город нравился, город на холме, возле реки широкой, большое отличие. И строили такие дома и сдавали, собственно говоря, их в аренду, как сейчас есть. Ранее большая часть жильцов города, около 80%, жила в аренде. То есть собственного жилья не было, это уже потом начало меняться. И вот этот дом был построен. Почему сделали часы? Такая вот легенда. Потому что тогда, как и сейчас, ценили время бизнесмены. И им было удобно смотреть, выходя на время. Ага, я успеваю, все хорошо, пошел на встречу. То есть вот такая вот легенда есть. Это один из таких интересных домов в нашем городе. И он, собственно, задал тенденцию определенную для постройки бизнес-центра. У нас есть бизнес-центр 22 ступени. Он также выполнен, если обратить внимание, у него есть часы. А яка ваша історія улюблена? От є якийсь будинок, який, коли ви продавали, там демонстрували, вивчали його історію, історія цього будинку вам найбільш запам'яталась? Я, мабуть, не виділю один дім. В цілому, як мені подобаються всі. Тому що кожен по-своєму з якоюсь історією, допустим, є дома, які після капітальної реконструкції, как бы казалось, вроде ничего, относительно ничего интересного, но у нас время войны, много домов было разрушено, и, к сожалению, уже мы не узнаем о них ничего, а были очень интересные такие архитектурно значимые постройки. А те, которые сохранились и им провели реконструкцию, так, скажем так, фасадная часть осталась, а внутри это более новая постройка. И они, по мне, интересны тем, что данную фасад сохранили на данный момент, и это и является такой историей нашего города, то, что остается, вот оно поддерживает его состояние. Так, к сожалению, есть у нас определенная тенденция сейчас постройки новых домов, у нас город только развивается, у нас, скажем, как в Киеве, в Одессе, у нас пик только начинается новостроев, и некоторые дома на примере мы видим, сносят, ну, якобы, скажем, не имея исторической никакой ценности, но хотя каждый дом имеет определенную ценность. Либо кто-то жил там известный из личности, либо останавливался кто-то, либо сам дом по себе архитектурно интересный. То есть вот такие
Нема. Ну, от, до речі, з цього приводу ми знаємо, що, наприклад, Львів, да, таке популярне місто, де є старий Львів, є новий Львів за межами от того архітектурної старовини, яку вони зберегли. Тобто, дійсно, у цьому місті дбають, піклуються про те, щоб архітектура була збережена у тому вигляді, у якому вона була там у 19-му, 18-му сторіччі. У нас же у Дніпрі, дійсно, як ви сказали, спостерігається така тенденція, що ці будинки конструюють, роблять реконструкції, вони знищують. Що можна, не знаю, як на вашу думку потрібно робити, чому варто зберігати ось ці старовинні будинки, чому це важливо для нас і для наступних наших поколінь? Ну, в первую очередь, у нас город, я бы сказал, не сильно развит пока туристически, да, ну и в связи с данной ситуацией тоже еще по какое-то время будет. Но, опять же, внутренний туризм, и я бы рекомендовал делать на это акцент, так, по примеру, как раз Львова и той же Одессы, там люди приезжают посмотреть на старый город, скажем так, да, на красивый город. И в самом деле эта проблема глобальная, она не только связана с нашими застройщиками, какого-то определенного отношения, да, она и относится к нам, к многим обычным людям, жителям данных домов, потому что даже мы не ценим данные, ну, скажем так, ценности этих домов. Можно увидеть много примеров на улице, когда сейчас особенно у нас рад тому, что у нас идет определенный контроль, у нас есть дизайн-код нашего города, и его стараются соблюдать, скажем, да. И те, кто нарушают, уведомляют об этом и не меняют, это хорошо, потому что местные, даже сами жители, наши бизнесмены, да, они хотят по-своему сделать интересно, да, первые этажи, допустим, бизнесмен как-то выделить, но можно уже увидеть примеры, как идет все в едином стиле, минимальными вывесками, но очень стильными, оно совсем по-другому смотрится, и оно приятно приезжим. Я могу вот сказать, есть определенные инвесторы в нашем городе, иностранцы. Они понимают эту ценность. Мы когда общались, они даже просто расчетом показывают, как в Италии, в Испании, как это все влияет на рост цены, на привлекательность туризма, привлечение денег в город, то есть в любом случае развитие города будет идти. И они, благодаря тому, что у них определенный капитал и понимание, они сейчас скупают квартиры в данных домах и сдают ее, скажем так, в аренду в большей части, да. И они говорят, что вы это поймете со временем, это нужно прожить, увидеть. Как раз сейчас такой бум идет, допустим, ну, тоже те же построек новостроев. Вы потом увидите, что старые исторические дома будут иметь больше ценность, чем новые. А на що взагалі найчастіше звертають увагу покупці, коли купують будинок, і на що б ви радили навпаки, от більше звертати увагу? Ну, тут много моментов, конечно. Ну, я как со своей стороны профессионально сказал бы, в первую очередь, это обращать время на документы, да, а внимание. Но на самом деле нужно, наверное, сейчас в наше нынешнее время понимать окружающую среду этого дома. То есть посмотреть, что вокруг, что строится. Опять же, если строятся сейчас какие-то, расчищаются площадки, строятся новые дома, надо лучше пообщаться и поговорить. Возможно, этот дом выкупят и будут здесь строить новый дом. То есть, если вы рассчитываете здесь жить, лучше проинформировать, узнать у соседей у всех, что здесь происходит сейчас. Так же самое я рекомендовал бы обращать внимание на состояние дома. У нас есть определенные, скажем, особенность нашего города, так как он на холмах стоит, и в свое время строили дома, они дали просадку. Есть определенные трещины у нас в домах. Но большая часть из них не имеет такую критическую какую-то форму. Они, да, они дали трещину, они чуть просели, все, это остановилось, дальше никакое не идет движение. Но нужно понимать, нет ли критической нормы. Потому что есть дома, которые, да, скажем так, рекомендуют некоторые люди покупать, там, да, хорошая цена, все хотим, хороший вроде дом, но есть риск определенный. И я рекомендовал бы на это обращать внимание. Также
Ну, соседи никуда, да, тоже не обращать внимания, какие соседи, какое отношение. У нас есть, опять же, есть индивидуальные дома, интересные, на той же улице Дзержинского, где всего лишь домик из 3 этажей, всего 3 собственника. То есть, такой, как домик в домике. От ще раз повертаючись знову ж таки до історії будинків, чи траплялися на вашому шляху якісь містичні історії? Ми знаємо, от такі, які трапляються, знаєте, от у фільмах жахів, коли дізнаються історію архітектури, історію будинку, і виявляється, що там щось є містичне. Було у вас таке на Да, вашому? есть такие определенные дома, есть определенные такие мифы, которые рассказывают за дома, про Соньку, золотую ручку. Да, история есть. И есть такой миф, что это пошло у нас, определенный дом на Дзержинского 13. Есть такая Екатерининка, трехэтажная. Есть такое поверье, что там собственник, купец. А это как бы история от него пошла такая, то есть Соньки Золотой Ручки там, они были там, ну это опять же миф, да, история такая. А дом с привидениями тоже у нас такой есть легенда. Это так, дом располагается на Гоголя и Шевченко, пересечении, тоже опять же домик с башенкой, такой он очень интересный. Я думаю, многие его знают, потому что с другой стороны находится там, если обойти его во двор, там лестница, там фотографируется свадьба у нас постоянно. Сейчас, кстати, там ведут реконструкцию, лестница, она будет в отличном состоянии, и будет еще больше приятно там фотографироваться. А чому його називають дом з приводами? Есть тоже такое поверье, что раньше купец, который купил, жил, он не смог там жить, потому что он там видел привидение. Ну, А як это взагалі такой люди миф. реагують? Вони вірять в такі міфи або ж все ж таки розуміють, що це все Ну, это неправда? относительно, да, есть те, кто верят в определенные вещи, да. Многим просто интересно, о, классно, хотелось бы здесь квартиру с такой интересной легендой, историей. У каждого разный подход, скажем так, к этому. Давайте у нас на завершення прес-конференції залишилось 3 хвилинки. Можливо, ще якийсь цікавий факт наостанок, щоб ми так. Да, есть у нас такой интересный дом. Это опять же Екатерининка, но она необычная, она у нас пятиэтажная, с лифтом, но лифт замурованный у нас. То есть даже те же жильцы новые, которые там покупают квартиру, они могут даже не догадаться, что там есть лифт. Но так было принято решение после войны, просто они лифт оставили на месте, чтобы не демонтировать, это большие деньги были. Ну, так было принято решение. И его не видно, но на самом деле там есть лифт. И это еще ко всему первый дом, в который подключили воду в нашем городе. Это была централизованная вода, это были очень большие удобства в свое время. Що ж, я вдячна вам за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Спасибо Говорили вам. разом з брокером з історії Денисом Тригубом про наше місто, про архітектуру нашого міста. До речі, згадали, на що варто звертати увагу при покупці будинку. Тому теж уважно, сподіваюся, ви цю інформацію почули. Ну, а сьогодні дійсно було дуже цікаво. Ще раз вам вдячна за нашу Спасибо вам. прес-конференцію. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!